И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем смотреть классные постройки и офигенные стенки. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Димон, давай, удивляй нас. Прикольно, да, тебя удивил стеночку поставил. Димон приготовил и музыкальные постройки, и роботов, и музыкальных роботов. Или не было там такого? Да, всего многого такого. Погнали. Во, первая постройка пошла. Давай с другой Подожди, стороны. Это Фредди кошмарный, что ли? А что он зеленый, как сопляк какой-то? Да-да-да, с другой стороны, освободи, посмотри на него. Воу, ребята, если вам нравится, ставьте лайкосик. Реально крутая Офигенно. Постройка. Реально качественно очень сделано. Диман, как ты думаешь, если я стрельну в шляпу, он упадет? Давай стрельнем вместе. Диман, он падает. Он расшатывается. Давай, стреляй. Ребята, падает, мы все-таки это сделали. Бум! Yes. Даже кубик отвалился. Что за говно? Ты че лагаешь? Не лагай. Давай, все отлагало. Так, Димон, мы забыли взять мощнецкие бомбы с тобой, которые мы будем юзать. Вот, все, взрывают, Димас. Пойдет. Я не взял бомбы, стопэ, надо мне взять, ты что? Да ладненько, я без бомб здесь никто. Я без бомб, как бомжар. Так, следующая постройка. Опа, что-то грузится. Это робот-собачка. Давай посмотрим. О, да подожди, это собака. Какая это порода? Я забыл. Не худок. Обычная. Обычная порода, Димас. Все. Так, а как запустить эту обычную породу? Необычная эта порода. Это такса. Такса, давай как-нибудь запустим. Надо, может, в нее это подняться. Смотри. Просто написано то, что это робот-собака. То есть, может быть, ей надо управлять. Я не вижу. А, вот. Угадал. А, не-не-не-не-не. Оп. Во, пошла! Ра-та-та-та. Ля-ля-ля-ля-ля. Я иду гулять. Это прикольно идет. Блин, Димон, классно сделано-то. Рессоры отрабатывают все четенько вообще. О, Димон, заходи назад тут. О, ты жопу открыл, я выйду в жопу. Да-да-да, заходи. Здрасте, у вас здесь уютно, закрывай. Воу, класс. Хвостяра модный. Ого, ты, видимо, сделай от третьего лица. Да-да-да, я смотрю. Смотри, как пасть открывает собака. О, нифига себе, так там пулеметы. Смотри, какая она злобная там. Так, отсюда ничего не видно, только от третьего лица. Ты видишь это, Димас? Нифига, а ну открой, хочу посмотреть это с улицы. А ну жопу открой. А ну спасти стрельни. Смотри, вот видишь, как пасть открывает, оп. Вот это какие-то плазменные просто пушки. Блин, это шикарная собака вообще. Самая лучшая, которую я видел. Творил. Все, ребята. Я взрываю. Пошел. Красота. Даже, кстати, не все взорвалось. Смотри, Дима, давай. Это зачистка. А, давай, зачищай. Так. О, это музыкальная постройка, моя любимая. Да. Нажимай. Ну такое себя чуть громче сделаю. Да. Димон, что-то такое слабое, да? Ну, фигня какая-то. Вроде не, такая прикольно. Кабака здоровая, а играет как Тетрис какой-то вонючий. Как Nokia 3310 какая-то, или что это? Боже, как оно звучит, ну нафиг. Я не ожидал, что ты взрываешь будешь. Офигеть. Да, оно звучало как кусок говна, ну зачем такое? О, аниматроник зашевелился. Да, что-то заброшенное, что ли, пиццерия? Ну, типа, открывается. О, Димон, смотри, ты клацал здесь кнопки? Офигеть, Димон, зайди сюда. Иди сюда, в эту комнату. Ух ты, мамочки! Ты чё на меня орёшь? Я дёрну. Видишь, что это сенсор? А вы чё-то орёте тоже? Офигеть. Не орут. Коробки. Моробки всякие. Димон, какая-то часть? Или это просто так, для чисто поржать? Это такая сыроватая, может быть, скорее всего, первая часть или вторая. Может, это ремонт только делают здесь, типа? О, здрасте! Добрый день. Так, ничего, нельзя нажимать. Как ваше ничего. О, акула с рафта, молодцы.
Да, пойдет. Коробки, ребята. Скорее всего, в этих коробках декорации для пиццерии. Так, а тут что у нас? Тоже коробки, да? Продукты всякие, запчасти. Че, будем ну, взрывать? Да, будем взрывать, давайте. Вот такую бомбу поставлю посередине, короче. Сейчас, Диман, я чумбару маленьких здесь лупану. Давай, давай, давай. Все, пошел, пошел, Димас. Да взрыв... стой, подожди, не взрывай! А, ты хочешь еще? Ну, давай, вот эту еще сюда. Да чтоб на Верочку ничего не осталось. Все, давай. Все, выходим. Ребята, делаю эпичный взрыв в пиццерии. Ща-ща-ща-ща. Опа, сюда выстрелил, Димас, смотрим. Да что, не все взорвалось. Смотри, сколько коробок вылетело, офигеть. Было классно, мне понравилось. Давай добьем так, уже ее. Давай. Ой, как раз накрыло. Красиво получилось. Нормас. Во. Это что-то интересное, Димон. Это музыкальная постройка. Труппы. Он видит, что труппа такая. Подожди, а как управлять? Группа, труппа. Так, давай. Ой. О, смотри, она вот что-то бьет там. Они что, дерутся, что ли? Опасно? Я не понимаю. Нет, это барабаны держат, это типа тарелки. Так я какой-то таймер тут делаю, Димас, отсчет идет какой-то. Мы подождем. А, нет, тут минус уже пошел. Потом пошел в минус этот весь таймер. Непонятно. Может, для него досчитывающая какая-то штука еще? А вот я не знаю. Ну он бьет тут разок там. Что-то дерется, какая-то штука. Я думал, это музыкальная постройка. Написано, что это типа музыкальная построечка. В будущем. Вот, с помощью этой штуки сделать какую-то музыкальную постройку. Просто, Димас, у меня таких еще три штуки. Еще такая есть. Ого, она лагает. Нет, о, не все отлагало. Нормально. Все отлагало, да. А, не опять. Это тут какую-то. Ой. Она ездит. Видишь, считывающая. На всякий случай прикреплю бомбу, чтобы не уехала далеко. Да, давай лучше взорвем, вот она так лагает ужасно, это жесть. Па-па-па. Есть. О, даже не все взорвалось, крепкая постройка. Они эпично взрываются. Они, да, фигово взрываются, что-то мне кажется. Четко. Ого, запчасть отлетает. Просто у меня еще, видишь, еще одна такая. Да сколько есть. Можно их плодить? Ладно, я это уже взрывать не будем, тогда пролеснем просто. Ну ладно, я так хотел перейдем, взрывать. Перейдем вот к этой О, тачке. Машина моей мечты. Это лоурайдерская тачка, Димас. Садись. Нифига себе здесь кнопок. Давай-давай, зажигай, Димас, зажигай. Это как в GTA San Andreas сейчас будешь так вот. Оп. Оп. О, тебе даже в задницу открыт багажник. Ой, а в багажнике, Димас, тут... А, тут музончик в багажнике. Димас, давай это, лоурайдер, давай. Я еду. Вас танцуй, танцуй. Помнишь миссия в GTA San Andreas, где там танцевать? Да, надо прыгать. Сейчас я подъеду, давай, буду прыгать. Давай, теперь ты. Она медленно, днем она опускается, она не может здесь прыгать. А мы сейчас ускорим ее. Че это она тут медленно? Видишь, ну-ка, как Димас, кусок говна. Ну-ка, Димас, открой багажник. Так, сейчас открою. Так, Давай, механик, скрап-механик, покажи, как ты можешь улучшить эту машину. Ага, сейчас улучшу. Только надо сюда зайти. Тут просто у тебя этот находится. Движок. Все, погнал. Теперь быстрее будет. Да не, может она ездить ехать будет быстрее? Не, она ездит быстрее. Ого. Тихо, тихо. Во, Диман, мне это нравится. Поехал. Вот это сила! Не хватает взлететь еще, да, Дима? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. Перевернул ты ее, малех. Ой, совсем все, закатилась она уже. Сейчас я ее исправлю. Ах ты, блин, я думал, как это исчезла бомба? На. Прикольно тебя так обманул, да? Ух, музон. Это пока такое начало. Димон, это что-то крутое, я уверен, что-то крутое. Нажимай. Танцуют все, да? Офигеть, прикольно. Че, нельзя никак изменить чуть-чуть? Можно, давай. Ну и чё, ты думаешь, нормально, типа?
О. О, было нормально. Это я музончик тебе. Диван, ты профессиональный диджей. Почувствуй себя диджеем, короче, да? Ну, чтобы она играла и взорвать, когда она играет. Давай я буду диджей, Димас, а ты взрывай. Посмотрим, какой звук будет. Вот прикольно. Такой будет звук. А Димас, смотри на картину. А, смотрю. Чё за говно, не достал? Не-не, вот так вот, Димас, давай. Давай смотри. Это, давай. Ой-ой-ой, эпично. Я так знал, что ваш, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.